На этой фотографии президент исполняет гимн Республики Казахстан, а здесь лидер нации общается со своим народом. Вот Нурсултан Абишевич на совещании, а это портретная съемка. Фотографировать самого президента – огромная честь, признается фотограф. Максату Шахрубаеву посчастливилось работать с Ельбасы не один раз. Для меня честь участвовать в такой выставке, так как это посвящается нашей главе государства. Я хотел показать президента с такой стороны. Он всегда вместе с народом. Он настолько он любит народа. Я вот это через фотографии хотел показать, это, его черта. В своих работах фотографы передали историю становления Казахстана, фотографии прожитых лет. Посмотреть на фотоотчет в день открытия выставки пришли сотни жителей Шымкента. Великолепное оформление, великолепные фотографии, посвященные нашему Елбасы. Такие моменты из жизни нашего президента, которые мы раньше не видели. То есть вот здесь он предстал перед нами живым, реальным человеком и руководителем. И вот по этим фотографиям можно уже судить о жизненном пути. Выставка продлится в галерее до 5 декабря. Вход свободный. Шудин Саидов, Нуржан Алтынбеков, Ербол Махашев. Информационная служба телекомпании «Отырар».